Гражданский пес прикончит любого. Похоже, на конкурсе самый популярный лидер Золотого пути выигрывает Шабал. Я удивлен. Я думал, у Амиты и ее опиумных денег больше шансов. С другой стороны, Шабал — это традиционные ценности. А чем религия помогла этой стране? Риторический вопрос, да? Дорог она не строит. А, хотя нет, строит, если есть рабы. Thank you.
сапожный керат. Я попросил вас поделиться мыслями по поводу того, что спрятано в золотых шахтах Пейгенамина. Я думал, что будет весело это обсудить. Поэтому я обратился к нашим фанатам. И они, то есть вы, написали кучу писем. Надо сказать, мы предложили массу интересных теорий. Интересных, в смысле, бредовых. Один пишет. Правда? Рачита занята. Что вам нужно? Они не охрану для защиты груза. Демоны. О, но и лекарства от морской болезни. Уже всем бойцам на этой частоте. Прием! Эй, это Аджай. Что там с лодкой? Мы освободили немного золота с шахт. На дорогах посты, и мы решили идти по воде. Поможешь? Понял. Видимо, это значит да. Высылаю координаты. Ты мой новый старпом? Надеюсь, плавать умеешь? Я нет. Прыгай, отчаливаем. Поднять якорь. Пулемет. Вот это жизнь. Свежий воздух, сверкающие брызги воды, пули свистят над головой. Выйду на пенсию, займусь рыбалкой. А может и нет. Здешним рыбам палец в рот не клади. Враги на берегу! Вали их! Обойдем эти бревна!
повезло. Эй, я тебе кое-что сказать хочу. Я жива. Спасибо. Не знаю, как я... Смерть! Полигону мину! Что и сказать. Это медоед! Беги! Голодный медоед! Беги! Осторожно! Проклятие! Медоед! Стекло.
конкурсе самый популярный лидер Золотого пути выигрывает Авито. Неудивительно. Что предлагает Сабал? Одно и то же, каждый день. Да целые ритуалы для чудиков. А что предлагает Авито? Она предлагает реальные блага. Старые добрые деньги. Да деньги правят миром. Я не про пару-тройку рублей, я говорю о состоянии, как у Тони Монтана. Это охренительно много. И наркотики. Охренительно много наркотиков. Оторвемся! Когда мы свергнем мина, и она придет платье, я так упарюсь! Будет офигенно! Эй, Никита Кашиш, прямо сейчас! Блин, это Амида. Ой, блин, нет. Не любит. Хадра. Привет. Или лучше Тарун Матара. Бхадра подойдет. Пока что. В чем дело? Обладать храмом Джаленду значит возглавить Золотой Путь. На кону будущее Кирата. Сабал и Амита борются за меня. А ты сам видел их в бою. Амита хочет уничтожить храм. Говорит, это освободит женщин Кирата. И избавит нас от ненужных традиций, вроде Тарун Матары. Но ведь Тарун Матара — это хорошо. Так думает Сабал. Если храм достанется ему, он завершит церемонию, и я стану Тарун Матарой. Он говорит, что только в традициях мы обретем силу. А ты чего хочешь? Освободить Кират. Но я не могу выбирать. А Амита и Сабал не договорятся. Выбор за тобой. Золотой путь прислушается к твоим словам. Но ты должен понять, тот, кого ты поддержишь, станет бесспорным лидером Золотого пути. А после падения Пейгана – правителем всего Кирата. Ясно. Я знаю, что делать. Спасибо. Хадра сказала, что ты хочешь уничтожить храм. Не просто уничтожить храм. Скорее, объяснить всем, что происходит. В Кирате наступил рассвет. Мы отбросили цепи прошлого. Без Тарун Матары Сабал предстанет в своем истинном обличии, обычным глупцом, сидящим на руинах. Хватай все ценное, потом продадим. Но что касается храма, ты должен уничтожить его. Тебе понятно?
Амита собирается сжечь храм Джаленду. Безбожная тварь! Мало нам Пейгана, еще и Амита помогает ему в его грязном деле. Хватит с меня. Не передать, как Джаленду важен для Кирата и для Махана. Он бы тобой гордился. Защитим храм. Очистим Хадру. Объединим народ в свете Киры. Это Сабал. Юма и Пейган годами грабили Кират и свозили ценности в Джаленду. Реликвии нашего народа не должны достаться врагу, поэтому сперва избавься от лодок. Никто не должен сбежать. К тому же они заминировали храм. Обезвредь мины. Незаметно, иначе они включат таймер. Детонаторы активированы! Готово. Покончим с этим!
Сабал, готово. Отлично. Но у меня плохие новости. Разведчики говорят, что к тебе направляется вражеский отряд. Они хотят отбить храм, так что будь готов к бою. Солдаты подходят с запада. Ленду спасен, Сабал. Хвала Кире. Я думал, Амита успеет раньше. Как глупо. Хотела помешать Пхадре исполнить волю богов. Стала между богами и народом. Пагубное высокомерие. Клянусь тебе, мы проведем обряд. Ты станешь Тарун-Матарой. Скоро мы обретем свободу. Брат, ты хотел меня видеть. Спасибо тебе. Все наши успехи – твоя заслуга. Обещаю, я не забуду сына Махана, когда все закончится. Он гордился бы. Слушай. Золотому пути нужен один вождь. Амита неуправляема. Брат, оглянись. Вот что нужно Кирату. Стабильность, традиции, честь. Но она сомневается в каждом моем шаге. Артиллерия! Аджай, Уткарш под обстрелом! Вперед! Thank you.
ловушки, обстреливающие Уткарш. Продержись пока сам. Пожар! 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 Бегите! Помогите! Солдаты Пейгана идут! Они нас всех перебьют! Не волнуйтесь, сидите и не высовывайтесь. Аджай, Сабал послал нас на защиту Уткарша. Они идут с востока! Атака с востока! Будет удар! Аджай, в укрытие! Позиции уничтожили. Осталось еще две. Сейчас будет новый удар. Готовься. Они перегруппируются. Ждем новой атаки. Атака с востока! Атака с востока! Живо!
будет удар! Быстрее, в укрытие! Артиллерия! Пушки! Укрытие! Позиция разбита. Осталась одна. Мы их не найдем, пока пушки не нанесут удар по Уткаршу. Будь готов. Мы остановили их. Ждем следующей волны. Запад! Атака с запада! Батарея уничтожена. Все чисто. Уткарш в безопасности. То, что осталось. Главное, чтоб Хадра цела. Пока она жива, у людей будет надежда, брат. Нужно показать всем, что жертвы не были напрасны. Армия короля не дает топлива. Там едва хватает для запуска генераторов. А они в машины льют цистернами. Рассказывал о твоем первом двойнике. Нет, тот, которого ты стер с лица земли, был третьим. Или четвертым.
В общем, а первого звали Джонгом. Начал блистательно, выглядел подобающе, выполнял свой долг четко. Но тогда я не знал, насколько опасно для кого-то быть мной. Он привык сносить головы всем подряд. Ну или пить кровь, там что-то вроде этого. Но погубил его особенно досадный случай. Его поймали с фальшивым доминиканским паспортом при попытке проникнуть в Диснейленд в моем костюме. Причем под китайским именем, которое означало «толстый медведь». Хренов имбецил! Только помолилась, клиент тут, как тут.